Аграрии бьются не только за урожай, но и за квалифицированные кадры. А где, как не в Ивановской сельскохозяйственной академии, зреют лучшие специалисты для этой сферы. Ежегодно в стенах вуза студенты имеют возможность встретиться с потенциальными работодателями, узнать об условиях труда на их предприятиях, сравнить и выбрать для себя вакансию мечты. Дружные мастера, общежитие, соцпакет, все как положено, с выплатами, доплатами на питание, с медицинским страхованием. Список работодателей и участников ярмарки вакансий с каждым годом расширяется. Приезжают сельхозпроизводители не только из Ивановского, но и из других регионов. Выпускники Ивановской государственной сельскохозяйственной академии пользуются очень высоким спросом, особенно близлежащих областей. Это и Владимирская область, и Московская область, ветеринарные врачи, инженеры-механики, агрономы, зооинженеры. Сейчас очень пользуются спросом, поэтому ребята идут на работу с удовольствием. Более 75% выпускников академии устраиваются работать по специальности. Все потому, что сельское хозяйство на сегодняшний день – самая перспективная отрасль промышленности в стране. Для специалистов создают комфортные условия работы, государство субсидирует их. Да и заработная плата в этой сфере год от года только растет. Это золотое время. Конечно, те результаты, которые мы видим, рост экспорта, мы там обогнали оборонку по экспорту, и думаю, что еще это не предел. Вот. Мы выходим с новыми направлениями нашей российской продукции на зарубежные рынки. Внутри развиваем, земли осваиваем, которые забросили, к сожалению, там за последние 20 лет. Поэтому специалисты нужны все больше и больше. И нужны высококвалифицированные. У работодателей есть несколько минут, чтобы вкратце рассказать о своем предприятии, условиях работы и карьерных перспективах. Дальше дело за студентами. Заинтересовавшись той или иной вакансией, соискатель может обратиться к потенциальному работодателю напрямую и задать все интересующие вопросы, договориться о прохождении практики или стажировки. Для многих из студентов будущая карьера начнется уже сегодня. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.